Вне всяких сомнений, такие прецеденты недопустимы и возмутительны. Поэтому правоохранительные органы дадут справедливую правовую оценку. В нашей стране, в принципе, подобные вещи жестко пресекаются, вне зависимости от того, кто подвергся дискриминации и по какому поводу. Подавляющее большинство наших граждан осуждает такие проявления пещерного национализма. К сожалению, такие вещи происходят во всем мире. И это не говорит о том, что подобные вещи поощряются государством или являются тенденцией. Разве можно по неадекватным поступкам 2-3 человек судить о положении дел в стране с 19-миллионным населением? Думаю, что нет. На эмоциях о положении русского языка в Казахстане можно наговорить многое, но факты – упрямая вещь. В нашей стране русским языком владеет почти 90% населения. Говорить об ущемлении русского языка в Казахстане, по меньшей мере, несправедливо.